Здравствуйте, вы на канале Виктория Хобби и Жизнь. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем делать закрытые тюльпаны с бисером. Для этого нам понадобится бисер красного цвета. У меня бисер китайский номер 12. Берем заготовку и будем делать листочек. Отсчитываем 25 бисеринок, делаем петлю и рабочей проволокой оплетаем нашу серединку. Будем делать 6 оборотов. Соединяем наши два листочка, получился закрытый тюльпан. Таких тюльпанов мы сделаем 3. Бутон тюльпана получился 5 сантиметров. Теперь будем делать зелень для наших тюльпанов. У меня бисер зеленый, также китайский номер 12. Берем заготовку и будем скручивать зеленый листочек. Для серединки берем произвольное количество бисера, но при этом стараемся, чтобы листики были примерно одинаковые. Я делаю 3 оборота рабочей проволокой.
Отрезаем кусок проволоки 15 сантиметров для нашей ножки. Из куска пенопласта будем вырезать шарики для основы наших тюльпанов. Примеряем наши шарики. Закрепляем их на проволоку горячим клеем. Чтобы наши шарики не выделялись в тюльпанах, мы их покрасим гуашью под цвет тюльпана. Наши шарики высохли, приступим к сборке тюльпана. Закрепляем бутон горячим клеем. Обматываем ножку тюльпана двусторонним скотчем и атласной лентой. Также ею закрепим наши зеленые листики.
Наши тюльпаны готовы. Буду ждать ваших комментариев. Кому нравятся мои видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!